Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев по итогам первого квартала этого года вошел в первую десятку рейтинга лоббистов региональных лидеров России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые провело агентство экономических новостей по заказу независимой газеты. Так, по результатам исследования нижегородский губернатор по итогам первого квартала вошел в группу «Сильная эффективность», обогнав губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. Замыкает рейтинг губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По словам авторов исследования, анализ направлен на оценку эффективности работы представителей коммерческих и государственных структур.